Мусор. Именно так можно назвать эти изделия. Они хранятся в музее отходов в нигерийском городе Ибадан. Все экспонаты созданы из выброшенных бутылок, пробок и тканей. Эти произведения искусства делает бывшая учительница рисования. Говорит, что это первый такого рода музей в Африке. Вдохновило ее повышение платы за вывоз мусора. Женщина почти перестала его выбрасывать и взялась изучать тему переработки отходов. Я думаю о том, что можно сделать с ненужной вещью. Надо ли ее выбрасывать? Должна ли она оказаться в мусорном ведре, а потом на свалке? Поэтому я всегда бросаю себе вызов, чтобы увидеть, могу ли я что-нибудь создать, используя отходы. Недавно в Кении прошла сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде. Ее участники утвердили международную резолюцию, которая предусматривает прекращение загрязнения пластиком природы. По данным ООН, в 2019 году в мире произвели 460 миллионов тонн пластиковых изделий. В итоге образовалось более 350 миллионов тонн отходов. В переработку идет менее 10% пластика, а 22% такого мусора попадает на неофициальные свалки и просто в окружающую среду. Если мы не решим, что делать с отходами и как их перерабатывать, значит, мы еще не встали на защиту природы. Нельзя просто выбросить их на свалку и сказать: «Ну вот и все, дело сделано». Нигерийка собирает мусор для своих произведений искусства на улицах, либо забирает его у соседей. Причем она не только украшает музей, но и создает оборудование для детских игровых площадок.